Всем привет, народ! Вы на канале Миасские бани сауны. С вами правда Максим и наша очередная банька красавица. Длина ее 6 метров, увеличенный диаметр. Она такая достаточно нафаршированная. Сейчас мы все покажем уже внутри. Пробежимся ее, посмотрим снаружи. Цвет у нее орех. С торца мы видим два окошечка, симметрично расположенных, 30 на 40, двойное остекление, выход от второго дыхания, клапаночек, который у нас регулируется, ну, как больше, так и меньше, поток воздуха, ну, и стандартная вентиляция. Это, в принципе, все у нас входит в стандартные опции. Кровля у нас коричневая, ну, и цвет бани коричневый. Опять же, мы видим усиленный стапель второй, это значит, что здесь стоит тяжелая печка. Об ней тоже чуть-чуть погодя уже внутри. Стяжки, опять же, все стандартное. Толщина нашей бани, как и всех наших бань, 53 миллиметра. Это достаточно толстая баня. С этой стороны у нас выход второго дыхания. То есть второе дыхание — это целая система, которая идет на протяжении всей бани. То есть начинается она в том конце бани, а заканчивается в этом. Сейчас я покажу внутри, как оно работает. Окошечко, евроокно, двойной стеклопакет, цветное, то есть все как мы любим, постоянно такие окна ставим, очень нравится, надежные, не подтекают, не намерзает, налить на них не образуется, в общем, офигенное окно и такое же в цвет дверь, тоже пластиковая, это пластик цветной, он и в торце цветной, и снутри, и снаружи. То есть, в общем, не белый. Очень подходит к деревянному цвету. К цвету орех, ну, практически точно в тон подходит. В стандарте также у нас есть наружный светильничек. Кстати, дверь на замке. И боковой портал с выходом топки на улицу. Дверка чугунная. Большой колосник. Очень большой, то есть... Никакая зола там мимо ничего не просыпается. Наружный лист 304 нержавейка. Также у нас здесь вход под холодную воду. То есть сюда либо быстросъем, либо на постоянку крепится труба. Утепляется и уже можно круглогодично использовать. И также мы видим выход холодной воды. Он же и вход в бак с холодной водой. Все, погнали внутрь. Там будет еще больше интересного. Входная группа выглядит изнутри вот таким образом. То есть здесь у нас есть выключатель. Я не буду сейчас клацать с тем, чтобы не прыгал свет. И в чем прелесть двери, евро-двери? То есть вот баня не очень выставлена, поэтому дверь сразу не закрывается. То есть ее надо с небольшим усилием. Но если мне нужно полностью удалить поддувание, вот здесь вот я чувствую рукой, здесь небольшой сквознячок есть. Поднимается ручка вверх. И все, сквозняк полностью исчезает, то есть дверь полностью прилипает к коробке. Это очень удобная функция. Предбанничек у нас не очень большой, он почти что 2 метра. Здесь, в принципе, можно расположиться, ну, компанией из 4-5 человек совершенно спокойно. Пятером будет уже потеснее, но, в принципе, для семьи это в самый раз. Как видите, столик у нас затонирован, такой...
даже не помню, как он, мокко, по-моему, цвет называется. Ну, такой сообразный. То есть заказчики выбрали такой цвет. Также у нас здесь есть розеточка для того, чтобы там чайник поставить. У нас внизу еще одна розеточка под обогреватель. Здесь еще выключатель от второго дыхания. О нем чуть-чуть попозже. Есть еще навесная полочка, то есть тоже заказчики попросили такую, ну тут под всякие утварь, там полотенца, может шапочки какие-то, может еще соль какую-нибудь поставить. Покажу сейчас, как пользоваться окном. Окно открывается у нас наверх, то есть вот таким образом. Многие переживают, что можно, вот это, кстати, можно зацепить, чтобы не мешало. Что можно лбом встретиться с окном. В принципе, теоретически можно, конечно. Но если эта дверь будет открываться сюда, окно точнее, то есть встретишься с ним точно или в другую сторону. Это будет уже 100%. Так, ну что, погнали дальше. С противоположной стороны у нас, в принципе, стандартный наш шифонерчик на магнитной ручке. Смотрите, как это удобно. То есть фиксация происходит четкая. 4 полочки, в этот раз успел посчитать. Ну и здесь уже приготовлена баня на отправку, гофра, еще одна гофра, переход на зонтик и сам непосредственно зонтик. Ну, шкафчик такой удобненький, небольшой, для, в принципе, для всех вещей вполне хватит разместить. Посмотрите, кстати, обратите внимание, увеличенный диаметр, 2,45 общий диаметр. То есть, ну то, что я стою на трапе, конечно, я достаю до потолка, но здесь в чистоте где-то, наверное, 2,30. Здесь достаточно свободное место, очень много. Поехали дальше. Дальше у нас идет помывочная. В нее идет стеклянная матовая дверь на трех петельках с магнитным замочком. Очень удобней. Тонированная ручка внутри, чтобы она не моралась. В общем, все по классике. Дальше у нас так называемая зеленая комната. Это специальный антисептик, обрабатываемые мойки. Обрабатываем очень давно, это неомид 435, очень хорошо себе зарекомендовал, дерево не гниет, то есть этот антисептик крайне трудно вымывается, хотя производитель вообще говорит, что он вымывается, но теряет свой цвет, но функции в нем все равно остаются. То есть это уже используется там на протяжении лет 7 мы его используем, претензий к ним, ему никаких нет, я ни разу не видел, чтобы на неомиде там появилась плесень. Это не реклама, это просто факт. Дальше у нас тоже тонированные лавочки. Ну, такой цвет дан. Во-первых, это защита древесины. Во-вторых, это просто для красоты. То есть просто и просто, и не просто. С двух сторон. Поехали на эту сторону. Мы видели с улицы вход воды. Здесь у нас система трех кранов. В данный момент это система четырех кранов. Вот у нас входной кран. Кран с горячей воды идет, дальше там бак с водой. И пошел кран для набора бака с холодной водой. То есть такой системой можно смешивать воду. То есть если у нас подключено там только холодная, открывая здесь холодную, закрывая здесь и открывая здесь, у нас начинает, замерз что ли, начинает течь отсюда холодная вода. Если мы откроем еще этот бак, горячий бак, тогда у нас получится теплая вода пойдет, то есть смешиваться будет холодная с горячей. Если мы закроем слив, у нас получится холодная, набираться будет в бак. То есть это когда мы запускаем только баню. В общем, достаточно удобная система. Ну и так же самое, если мы этот закрыли, открыли здесь, у нас идет набор в бак с холодной водой. Мы здесь видим бак с холодной водой, с крышечкой, очень удобно. Есть у него отбортовка, чтобы туда не попадала грязная вода. На крышке тоже, конечно, своя крышка еще есть, чтобы герметично все закрывалось, и туда никакая грязная вода не попадала. В общем, на этой лавочке можно и просто расположиться, мыться, и при необходимости, открыв крышку, воспользоваться как баком с холодной водой. То есть он места практически не занимает. Также у нас здесь есть полочки с двух сторон, справа и слева, для всяких там принадлежностей банных. И погнали в парную. В парную у нас тоже стеклянная дверь, тоже матовая. То есть это бронза, тонированная и матированная дверь. На трех петлях, магнитный замок. В общем, все то же самое, как и там. Попадаем мы в парную. Здесь у нас уже традиционное второе дыхание. Вот сейчас мы вернемся к нему. Я о нем уже говорил в начале.
То есть с улицы мы видели клапан, который входящий сюда. То есть мы попадаем, вот эта труба, она связывается с улицей. То есть ее можно поставить как вот в верхнем положении, это для человека, который лежит на спине и дышит кислородом. Можно сделать, просто поставить и для живота. То есть человек лежит на животе и дышит тоже свежим воздухом. Закрывается вот такой накидкой, и у него голова находится в своем прохладном пространстве, дышит спокойно, отличная вещь вообще, Ивану Боярицеву респект и уважуха. Так вот, чтобы работала эта система второго дыхания, нужно здесь сделать разряженную атмосферу, да, то есть отсюда надо откачать воздух. Труба начало берет свое здесь, внизу парной, она начинает откачивать воздух отсюда и идет через мойку. В мойке есть тройник. То есть, если у тройника у этого мы откроем клапан, то воздух и закроем, допустим, в парной, или оставим в парной и здесь. Тогда получится, воздух у нас откачиваться будет и в мойке, и в парной. Это для проветривания бани, когда мы оставляем уже на проветривание. Пока мы пользуемся баней, естественно, здесь клапан просто закрыт. И у нас получается, дальше идет отсос в комнату отдыха. Там стоит у нас вентилятор, который включается у нас своей отдельной клавишей. И здесь стоит точно такой же тройник. Мы можем его открыть сюда и подогреть комнату отдыха, можем закрыть его и выбросить полностью отработанный воздух на улицу. То есть это система мягкого подогрева предбанника, а также это вентиляция. Вот так работает второе дыхание. Полочки у нас Г-образные, имеют две высоты с небольшой разницей. Это тоже, в принципе, очень удобно, потому что здесь можно и лечь, и на этой лавке, и сесть на ней, и лечь. Также у нас есть два подголовничка, здесь можно вот так его, например, положить и ножки на стенку закинуть. Тоже, в принципе, очень удобно и для лежания, и для сидения. То есть 3D подспинки, тоже крашеные, такого, ну, прикольный такой дизайн. У нас в нашей линейке называется он 3D. Два окошка мы видим, опять же, это симметрично расположено, и вся парная у нас обшита кедром. То есть толщина парной и свода, и стен составляет 70 миллиметров. То есть толщина всей бани 50 миллиметров, а толщина в парной 70. То есть это вот для любого региона более чем достаточно. Раскладка такая сделана кирпичиком, паркетная раскладка. Очень симпатично смотрится. Теперь про печь. Печка у нас IO Stone. Это каменная обкладка, талькохлорид. Сама печка из 09G2S, внутри закрытая каменка с нержавейки, закладка в ней нефрит, 25 килограмм, в общем, полный фарш, весит такая печка 370 килограмм, бачок у нас идет на 43 литра, дымоход нержавейка, пожарная безопасность, все сделано по всем правилам, естественно, стоит на проставках лист минерита, который идет у нас на вертикальной стенке, и на закруглении у нас такой чешуей сделана защита. Тоже все проверено, это многолетний уже опыт именно такого использования, это вообще, это безопасная система. Плюс у нас идет свой фирменный поддон, который имеет свою систему охлаждения. Также, кстати, забыл сказать, в эту печку идет подача кислорода снизу, с улицы, которая тоже регулируется. Мы ее можем открыть, если мы просто, допустим, пользуемся баней, да, мы просто его открыли, когда баня горячая уже, и закрыть приток воздуха под печь, когда мы растапливаем баню, то есть это регулируемая конвекция. Мы закрыли приток воздуха с улицы и открыли здесь клапан. То есть у нас начинает забор воздуха из парной нагреваться, выкидываться наверх, то есть закольцовывается воздух, и парная очень быстро прогревается. Как только мы достигли нужной кондиции, мы просто закрываем здесь, и можно открыть внизу, а можно и не оставить, не открывать. То есть это все зависит от того, чем мы пользуемся. Если у нас включено, например, второе дыхание, то смысла, может, в приточке даже никакого и нету. То есть второе дыхание будет работать просто менее эффективно. Если мы закроем приточку под печью, второе дыхание будет максимально эффективно работать. В общем, вот такая у нас баня. Мне кажется, она очень даже такая интересная, насыщенная. Кому зашел видос, палец вверх. Подписываемся на канал, отжимаем бубенцы и колокольцы. В общем, всех ждем у нас на канале. Всем спасибо за просмотр и пока.